Но мы продолжаем, И, в общем, это у нас называется recycling. То есть они берут старые велосипеды, их переделывают, то есть ремонтируют. Был здесь, нет? Переделывают, ремонтируют, короче, и, ну, как новое выглядит. То есть это они восстанавливают, а также модернизируют то есть велосипеды. Вот. То есть можно любой заказать себе, какой тебе нравится. Мне вот этот понравился. Краска, короче, у него здесь. Это краска, которая используется на номерах. То есть она свет впитывает, а потом вот так вот зеленым светится. Вот, если видно. Вот, то есть будешь ехать по светлой части, потом заезжаешь в темноту, а у тебя велосипед такой светится весь. Ну да, да, такая штука прикольная. А, короче, кейчей диска. О, свой. Дитенса на каги тока не. О, свой, кирилес. А какой демо это ума? Пинки штемаска. А, кою-канзи-де пин-о пейнтはします. Здесь тоже разные. А, сейчас. Сова, Какой? А это за вас. Футболки продают чуваки. Ну там, правда, на них что-то написано. Я не понял прикола. А вот здесь детали как раз эти для велосипедов, то есть можешь себе выбрать, какой ты хочешь. Какую вилку, какую эту, с кастом полностью собираешь, в общем. Вот. Цены здесь указаны, это для рамы, эти трубы. Тоже разные всякие детали. Вот разные велосипеды, которые здесь они сделали. То есть покраска со всеми делами. Что-то восстановленное, что-то здесь просто новое сделали, к ним добавили. Как бы велосипеды известных марок, но при этом как бы выглядят не как стандартные варианты. То есть выглядят прикольнее. То есть у меня вот велосипед примерно такого же цвета. Вот тоже оранжевый. Краска классная. Трек. А, и вот такие покрышки, это эти. Швальба. Ну да, вот швальба Big Apple. Классные покрышки. В принципе, мягкие, хорошие. И накат у них хороший идет. Он такой с блестками даже сделали велосипед. Restore. Название даже себе сделали сами. Ведь некоторые рамы перекрашены, некоторые нет. То есть как бы. У некоторых просто обвес добавлен какой-нибудь там. В принципе, тоже прикольно. То есть, если вы фанат, например, какого-то там велосипеда хотите сделать под себя, то есть как бы, то вот можно обратиться в такие вот, к примеру, мастерские, вам недорого, в принципе, я думаю, могут сделать этот. Так, пойдемся здесь еще глянем, что здесь продают. А, еще народу там много, ладно, потом зайду. А вот здесь вот смотрю, что здесь есть. Ну,
похоже на матрешку. О, какая-то манга висит у них. Непонятно. А, это у них суши здесь делают. Это их цех по суши, походу. Да, вот. Бенто, суши всякие. Такие вот картины. Кактусы. Самбо, что такое? Endless Discovery. Что возьму? Прикольный дизайн такой. Такие вот кактусы у них прикольные. Сверху красный, снизу зеленый. Необычно. А это вот восстановленные, видимо, вещи или тоже хендмейд? О, согласен. Это вот они сами сделали вот такие вот полки и всякие такие вот вещи, как бы для дома. Там для обуви или что-то, для чего-то. И вот продают. То есть, если есть желание, то есть можно купить. Чтобы убрать пункт. Так, ну мы продолжаем. Это, в общем, разные бусы тут, кольца тоже вот из серебра, но у них прям много всего, сумки вот такие вот, тоже хендмейд. Сань, сейчас дайте бусы, а? О, айда у нас. Вот у них на ручки такие, на велосипед грипсы вот такие вот напяливаются. Или вот там вот лента, можно отдельно купить ленту, или еще вот какие-нибудь вот такие вот узоры. Брейк-систем. Тормозные, что эти тросики. Футболки. Какой-то медведь там в камуфляже. Так прикольно выглядит. Здесь прям здоровое такое помещение. Как будто из пластилина сделано. Тоже прикольное украшение для девушек. В принципе, цены небольшие. Французский дизайн. Что, сейчас я дальше буду?
写真大丈夫です。あ、ありがとうございます。綺麗です。これシルバーですか？シルバーです。こっちもシルバーで、こっちはちょっと違う装飾です。ああ、金属ですか？金属。ああ、はい。なるほどです。すごい。あ、こちらも売っていますかね。こっちもシルバーですね。シルバーですか？はい、このでかい、はい、でかいやつもシルバー。ああ、すごいです。綺麗です。シルバーの изделие там сделано。写真大丈夫ですか？大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます。ドボトニフでクリスタルかも。いろいろありますけど大丈夫ですか？あー、おすごいです。大きいアメジストですよ。そうそう、アメジスト。綺麗。すごいね。アメジストないんですよね。フローライトの紫色。ああ、フローライトだけですか。ああ、でもこちらも綺麗です。ありがとうございます。いいデザインです。そうそうそう、一個一個手作業なので同じ柄なんでもないんです。なるほどです。あ、結構綺麗です。これは女性のものですか？両方つけられるような。両方ですか？あのメタルは何ですか？そのこれはシルバーです。シルバーですか？チェーンだけは別のものになっている。あ、そのなんかこちらはシルバー。こちらは全部シルバー、925です。おすごいです。綺麗です。つけた感じはどっかに友達がいるんですね。あんな感じになったり。あ、はいはい、彼女がつけてます。あ、はいはいはい、すごいです。ありがとうございます。まあちょっと先生ちょっと、ありがとうございます。это вот значит сам вот этот вот, как сказать, кулон сделан из серебра, а цепочка обычно не серебряная. Серебро 950 пробы. Цены, в принципе, неплохие, так и недорого. I don't know. Есть вот такие на морскую тему. Сейчас я дальше буду. I don't know.